Мои красулечки сидят. На улице погодка супер. Ну, немножечко сейчас что-то ветерочек вот поднимается. А так было вообще классно. Ну, утро еще. Я их выпустила погулять, пускай накормила. Софийки где-то не видно. Но я и постоянно за ней смотрю, ну, чтобы это место уже приготовила. Покажу вам, все постелила, чтобы было ей удобно, да, сидеть. Вот. Вот она пошла. Красуля моя. Красулечка моя такая. Халёсия девочка. Халёсия такая девочка красивая. Вот она теперь там спать будет. Я хотела оттуда этот убрать, да, как теточку. А потом думаю, ну они выходят гулять, а где они сидеть будут? Они раньше на столике так, но им холодно на столике. Видите, там это я тоже им постелила одеялко. Смотрите, какой ветер поднимается. А было так хорошо. Вот кофеечки себе, ребят, делаю. Так, сейчас буду с этим кушать. У меня кусочек остался. Как его называют там этот? Не остался. Сейчас я с кофеечком сделаю себе. Это у меня вторая чашечка уже. Я до этого уже выпила. Сейчас у меня уже вторая чашечка. Надо на кухню убраться. Убраться, порядочек навести. Вот. Я сегодня, ребят, никакая, не знаю, что я сегодня буду делать, но я спать хочу. Я сейчас тут кофе попью, лягу на диванчик. Если я усну, значит, я посплю немножко. А нет, так нет. Вот открыла окно проветрить. Вы знаете, я когда окна открываю, к нам какие-то тараканы забегают такие. Они еще летучие, прям вот как на таракана похож. Я их так боюсь. Я не знаю, мне надо сейчас посуду в посудомойку все составить. Мне тут посуда стоит со вчерашнего, я не убрала. И вот как тараканы, знаете, такие, как летучие, длинные, и на ножках на длинных. Может, у кого-то, кто в Германии живет. Я не знаю, то, что у нас, может, низкий этаж, они лезут или что. Но я вот уже в своей рабочей комнате их убрала, несколько штук. И они такие страшные, я боюсь за них даже браться. И, как знаете, еще где в этом... Барнюша пошла корм давать, да, открываю, там он один сидит в этом корме, я офигела, как таракан, но это не таракан, ну прям похож на таракана, я так испугалась, думаю, нифига себе, но они еще и летают, но я тебя таракана знаю по России, да, какие они есть, но это другие немножко, может быть, разновидность тараканов уже, они уже такие приспособленные, так еще с кофеечку, ой. Еще налью немножко. Я на три раза делаю. Потому что на два раза мне сильно это... Ядренно так, знаете. Я сильно не хочу. Тем более это кофе такое экспрессо. Я послабже делаю. А на обед я себе, наверное, яичницу сделаю с помидорами. У меня вон помидорки лежат. И, не знаю, посмотрим. Да у меня все есть. И сыр, и все. Мне и закупаться-то не надо. Я говорю, у меня одной питаться, знаете, так экономно. Я немного-то ем. Если честно, одна, немного. О, Барнюшка водичку хлюпает. Я тоже ему кушать дала, он там поел, и он кусочек еще мяса лежит недоедено. Вот. Ну, у него там и сухой корм, все есть. Так что у меня вон тыковка еще лежит, надо будет сделать что-нибудь. И гранаты есть, надо покушать, а то пропадут. Гранатики, игрушки есть. Яблоки как-то и не очень. Я вот хурма у меня там. Короче, вот смотрите, как поросеночек насвинячил. Вот свою будет жевать эту штучку. Ну, кушай, мама не трогает. Вот, смотрите, я коробку приготовила. Вот так постелила, там мягенько. Вот. Они уже эту коробку знают. Там такая, знаете, тепленькая штучка. Как такая, я всегда ее... ложу под низ. Я, ну, смотрите, как мягко. Сейчас вам покажу, где она. Вот она, видите, какая она такая. Прям теплая-теплая. Это подстилка тоже для собак, для кошек. А сверху я такое, как сказать, полотенчика, еще пеленочки. И потом я буду сюда еще такие пеленки нарвала. Не пеленки, а салфетки, потому что потом же будет, сами знаете, что. В общем, они эту коробку уже знают, они там рожают. И для них это не новое. Потому что я ее вот уже вытащила, да, они подходят, нюхают. Маечка даже туда залезла такая, мяу-мяу сидит, думает, что это. Якобы там это, она будет, да. Вот, что-то у меня тут запачкано. Ну ладно, неважно. В общем, такие вот, ребят, дела. Такие у меня дела.
Вот у меня шишки, я то, что елку вам показывала. Вот с этой елки шишки, видите, они какие красивые шишки. Вот. Буду потом декор какой-нибудь делать. Так, я сейчас вам покажу, что я приготовила. Нарвала вот такие салфетки, видите, целую кучу. Это для родов. Приготовила вот такую вот эту, отсасывать носики. Как она, клизмочка маленькая, да? Ножнички приготовила, я их это протерла в спирте, ее так завернула, чтобы они, ну, как бы простерилизовала, да? Ну и все, больше ничего не надо. Вдруг пуповину, если кошка сама не отгрызет, то надо будет обрезать. Но и всегда вот эти салфетки нужны, потому что много всего там всякой всячины, и надо подкладывать, закрывать, в общем, чтобы мокроты не было, чтобы котяткам было удобно, хорошо. Ну вот так поставила, надо будет караулить. Когда будет, не знаю. Говорю, просмотрели, когда это все. Я, может быть, еще и не скоро, я не знаю, но я вот... Не знаю, мне кажется, она ходит, так смотрит, знаете, или мне так кажется, беспокойная вроде как. Ну, мне может кажется. Ну, лучше приготовить заранее, чтобы спокойнее быть, правильно же? Коробка большая, она не маленькая, она большая. Она вот, знаете, на камеру вот почему-то человек увеличивается. Вот он становится, он больше какой-то, да, на камеру. Вот. Толще. В жизни он тоньше, худей. А вот помещение на камеру кажется... Какое-то маленькое. На самом деле у нас столовая большая. Я не скажу, что она маленькая. У нас просто стоит огромный диван. Он огромный, преогромный. Он занимает очень много места. Понимаете? Очень много места. Он, вот на камеру он кажется небольшой, да. На самом деле он огромный. Он огромный. И поэтому вот так вот, да, скрадывается место. А вообще на самом деле столовая, она не маленькая. Она хорошая. У нас тут огромный-то стол стоял. Вот. У меня бардак на столе. Ну ладно, я буду кофеечек пить. Да, он мне уже сделался. Да, кошечки мои дремлют. Да, мои кыси маленькие. Софийки не видно, но буду за ней смотреть. Я постоянно за ней смотрю. Она там лежит на этом, на лиге. Там тоже мягенько. Видите, ветер какой начинается. Надо загнать, наверное, их. Хотя им здесь хорошо. На улице тепло. Сегодня 20 градусов у нас написано. Я посмотрела прогноз погоды на наш город, да? 20 градусов. Ребята, с добрым утром, да? Хотя уже утро уже такое большое. Ближе к обеду. Так, с кофеечком, да? В общем, давайте, да, мне надо вот сегодня, наверное, я думала, сегодня подпилю немножко ногти, они мне уж такие длинные, я их так заделала, я тут убиралась, все делала, я ж не жалею, да, без перчаток, без всего, и немножечко тут это, они у меня поранились, мне надо их немножко подкорректировать, да, и вот, поэтому не обращайте на них внимания, это я, они уже у меня нужно делать, то есть уже все, и мужик капут пришел, и надо делать, все с кофеечком, ребяточки, да. Вас. Это вторая кружечка у меня уже. Я уже одну выпила. Ой, свечку зажигала вчера, сидела со свечечкой. Видите, все приготовила. Вот. Буду спокойно, мало ли что, знаете. Ой, что-то мутно как-то. Да, я буду спокойно, когда у меня уже все приготовлено. Мало ли что, да. Вот, ребят. Ладно, с кофеечком. Варнюшка там свое тоже нагрызает. Тоже разбросала мяско. Ну, ничего, пускай кушает. А я буду сидеть кофеечек попивать и вот кусочек съем. Оставшийся. Тараканчик маленький, как он сидит, нагрызывает. Смотрите, балдежно. Это не от того, что она ему там маленькая или большая. Он просто так сидит. У него там хватает места. Он грызет эту штучку. Ему так удобно. Видите, лапки там, сам там. Он. Ой ты. Ой ты, ребеночек мой. Ой. Как он любит вот эти погрызушки всякие. Особенно вот эти вот шкурки всякие. Коровьи вот эти вот мы ему покупаем. Ой, как он любит. Смотрите, как он с удовольствием. Сейчас подойдешь, рыкать будет. Ой, любит. Ой, ребенок любит. Ой, вкусненько как-то. Вкусненько. Как лягушоночек сидит. Ой, как ему нравится. Ой, как ему нравится. Вкусно, барнюшка, да? Вкусно, скажи, вкусно, мама. Да, я такое люблю, прям люблю. Морковка там я ему давала. Он, кстати, морковку очень хорошо кушал, потом кусочками, когда я ему давала. Потом, когда я ему дала больше, он ее принес сюда и все, опросил у меня. У него там, видите, погрызушечки лежат, другие. Вот он не доел, еще мяско валяется. Он сухой корм.
Все у него есть, и водичка, все есть у ребенка. Счастливый он у нас, сладунчик наш маленький. Все для него покупаем, ничего не жалеем. Конечно, сейчас цены сильно выросли, сейчас все дорого стало, намного дороже, чем было. Он как он кусает, ой, ой, да с аппетитом, да как вкусненько, ой, ой, ой. Ой, как вкусненько-то, ой, 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 да-да, и так стараемся, прям стараемся, и лижем, и грызем, и тянем там что-то, ой, 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 работаем, работаем, как тяжело работать-то, ой, 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 косточку облизывать, а это не косточка, это шкурка такая, вот коровья, ой, да-да-да, вкусненько как, ой, как вкусненько. А эти шкурки-то коровьи дорогие. Вот мы ему упаковку взяли, она 10 с лишним стоит, почти 11. Но ему надолго хватает. Я ему дала, он ее может неделю вот так вот. Потому что она здоровая, большая, он ее неделю может вот так грызть, пока не сгрызет. У него в машине там еще такая вот у Паши, там в его клеточке лежит там недогрызанная. Что куда едем, он ее всегда там грызет, чтобы ему там не скучно было. Ой, 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 ой. Ребят, всем доброе-доброе утро. Мы с Барнюшечкой на прогулочке. Сегодня для меня ночь была кошмарная, вы не поверите. Я всю ночь не могла спать. Вот не могу спать и все, понимаете? Даже вот сна нет. Не могу уснуть. Я не знаю, что это было. Вот сегодня 26 число, да? Вот я не знаю. Смотрите, какое дерево вот это вот красивое. Цвет такой у него красивый, такой, знаете, зелено-бордовый, желтый, розовый, очень красивое. И листья с него такие шикарные. Я тут гриб нашла, сейчас я вам покажу. Такой грибочек. Так, Барнюшка увидел эту собаку и все. Сейчас покажу вам грибочек. Иди сюда. Смотри. Смотрите, смотри, говорю, смотрите, какой гриб. Я не знаю, что это за гриб. Наверное, это... Ой, он черный уже. Это, наверное, шампиньон, но он переспевший, знаете. В общем, ой, самолеты, какая красота. Как я люблю этот цвет фиолетовый. Прелесть, да, какая? Солнышко такое. Ой, погодка сегодня замечательная. Просто супер. Да, Барнюшка? А ты кекать сел, да? Молодец. В общем, иду как чумная. Ночь не поспишь, я не знаю, что это было. Вы знаете, вот ни в одном глазу, вот уже под утро. Думаю, ну вот может под утро я засну, да, усну. Что вы думаете, под утро я не могла уснуть? Я пролежала, и Барнюша потом начал меня уже будить. А я никакая, даже проснуться не могу. Не то, что проснуться, встать не могу. Я и не спала, в принципе. Я, знаете, так лежала, думала, усну, усну. А я встать не могу, не то, что проснуться, я это не спала. В общем, вот такая вот ерунда сегодня ночью была. Ой, тут запыхалась, я в гору иду. Дышать так тяжело. Но, в общем, себя не очень чувствую, знаете. Как-то... Барнюшка, что там такое? Чувствую себя, знаете, как побитая, разбитая и никакой. Вот сейчас, думаю, погуляю с ним, приду, завалюсь на диван. Не знаю, сделаю сегодня видео вам, то есть вам не сделаю, и усну. И усну, и буду спать. Потому что я не могу. Устала очень. Разбитая, и спать хочу. Уставшая, короче, вот. Очень уставшая. Вот, смотрите, золотая осень, куда мы вышли. Какая красота, правда? Листья кругом.
Вот люди вроде немножко гуляют. Так вот гуляют. Нет, нет, сюда не надо, пойдем. Там с собачкой тоже гуляют. Нет, иди сюда. Парни, ты что маму не слушаешь? Хожу, наслаждаюсь. Погодка супер, ветра нет, тепло. Хотя я ветровочку одела, барнюшечку не стала одевать на улице. Сегодня 18-20 градусов. Оно, знаете, даже больше чувствуется. Прям тепло-тепло. И листопад такой вот. Идешь по этому листопаду. Смотрите, какой он красивый. Вот он ребенок. Красавчик мой любимый. Папа скучает, вчера звонил, прислал мне там видео. Я говорю, сними хоть где ты там это. Он прислал, ну там, я говорю, поснимай хоть территорию, походи. Он там что-то поснимал, не то, что надо, какой-то на одном месте. Одно, второе, третье, ничего не понятно. Сегодня самолеты разлетались, прям один за одним. И я смотрю, это как сказать, не пассажирские самолеты, а такие, как эти, ну, не знаю, какие, короче, не буду говорить, какие, ну, какие-то. На, нельзя, парни, нельзя, на, иди сюда, ком-ком-ком. На, собачка идет, на-на-на-на-на. Ком-ком-ком. Найн, найн-найн-найн-найн. Барни, пауз, найн. Да, вперед давай. Видишь, какая собака? Он рычит на нее, та на него ничего. Он на нее рычит такое-то. Прыгает. Блин. Он самое интересное, он на мальчиков только так. На девочек он так не рыкает. Вообще не рыкает. Вот видите, люди уже там собрали это. В мешках собирают листву. Потом она так стоит, ее забирает. Машина приезжает. Вообще такая листва красивая. Прям, знаете, так, ну, приятно гулять. Приятно очень. Пасикой. Да, сегодня ночью дождичек такой легенький было. Слышала, по окнам стучало, да? Вот видите, листву собирают. Потом машина приедет, заберет. Ой, да. Выставляют баки. Сегодня эти баки забирают. Гельбзаки. Надо тоже мне выставить. Там у меня, правда, не полный, но надо все равно вынести, чтобы... Ну, не стоял дома, не вонял, потому что, ну, запахи, знаете, тоже. Хотя немножко, все равно. Их забирают, по-моему, раз в две недели. Да, надо тоже мне выставить. Да, парни? Эти цветочки какие уже тоже все цветают. Такие миленькие. Ой, да. На душе сегодня у меня так что-то тяжело-тяжело. Не знаю почему. Уже так вечером вчера началось вот такое, какая-то тревога. Я не знаю, что такое, знаете, что-то. За Пушку сейчас переживаю, караулю. Она должна родить. Когда, не знаю. Я же срок-то не знаю ее. Вроде как уже живот такой. Ну, я ей коробку принесли. Я ее сегодня постелю. Еще не постелила. Она так все приготовила. Пеленочки там, а это... подстилочку и надо принести, чтобы уже, знаете, все под рукой было. И дочка у меня должна скоро родить, тоже переживаю, тоже думаю, как, что. Вот и время такое неспокойное. В общем, знаете, обо всем думаю. И на душе как-то вот неспокойно. Постоянно вот опять там же дом вот этот делают. Там я поэтому его стороной обхожу, постоянно сверлят. Сейчас мы в другую улицу пойдем. На другую улицу тоже пойдем. Ездит, травку подстригает. Барнюшка на него постоянно гавкает, когда он так близко подъезжает. Как будто чувствует, что он какой-то живой, что ли, не знаю. Ну что, куда мы с тобой пойдем, а? Куда пойдем? Куда? В какую сторону? Туда или сюда, а? Туда или сюда, Барнюнь? Пойдем, наверное, туда. Пойдем туда, вон там ворона. Ворона, да? Или грач. Я не знаю, кто здесь, кто это. Ой, травка.
то тут грибочков много, очень много. Ну вот сейчас он, наверное, их поподстриг все, если даже они вылезли, да, погодка-то теплая. Иди сюда, вон он полетел. Ворона или грач, не знаю. Такие они чувствительные. Да, барни, скажи, такой чувствительный. Да, давай прогуляемся здесь. Да, нету грибов, он их подстриг все. Но он их, знаете, подстригает и разносит, разносит. И они потом в разных местах будут. Просто вот я не знаю, до каких пор он тут будет лазить, подстригать. Но тут грибочков много. Здесь самое интересное, что рядом дороги нет и собаки не гуляют. Здесь не разрешено с собаками. Ну, чтобы, я имею в виду, в туалет ходили. Погулять можно, побегать, а в туалет нет. Клёнчик красивый, цветочки какие красивые, синенькие. Цветут себе красотульки. Так, ну ладно, идем дальше гулять. Береза красивая, ива там такая шикарная. Пойдем, пойдем. Везде где-то шум какой-то, не знаю. Сегодня что, среда или четверг? Что-то я дни потеряла, не могу понять. Смотрите, какой забор зеленый, красивый. Не то, что красивый, а такой хороший, приятный, зелененький. Но его подстригать уже надо, он уже, видите, листья кверху дает. А так это здорово. Да. Солнышко, посмотри, как хорошо, да? Ой, как хорошо, скажи. В общем, идем гуляем. Сейчас еще немножко, и пойдем домой. Хочу его выгулить хорошо. Вот. Там тоже еще все цветет. Да, у нас тепло. У нас еще 20 градусов. Не каждый день, так через день. Дожди и тепло. Поэтому грибы идут. Вот он, акробат. Поэтому и грибочки идут, что тепло. Розы он вовсю цветут. И вон, посмотрите, зелень какая. Чего летом не было? Летом вообще я ходила, ужасалась. Все было такое, знаете, а сейчас зеленое, все красивое такое. Зелень пошла прям в рост. Такая пышная, сочная. Это красота просто, знаете. Красота. И там он все цветет. Вон, розочки, этот шиповник цветет, цветы цветут. Рябинка, правда, уже начинает это отходить. И была такая красивая красавица. Да, барни? Я говорю, тепло, тихо так. Конечно, грибочки пойдут. Я вчера видела эту собачку уже вечером, ну, там вдали, вот эту вот, которая здесь бегает, да, живет в этом доме. Ну, домик такой, я не знаю, тут на два хозяина. Ее не видно сейчас. Она гуляла с девушкой, ну, женщина, можно сказать, такой азиатской внешности. Вот. И вот сейчас нету ее где-то. Собачечка хорошая. Мне эта собачка нравится. Очень она такая, ну, как сказать, такая, как сказать. Ой, как бы правильно слово-то подобрать. Неадекватная, как компанейская. Она не боится, она не гавкает. Она такая вот социальная. Вот, социальная. Ну, пойдем, пойдем. Нету ее где-то, она дома, наверное, или гулять с ней пошли. Хорошая собачка. С глазиком только беда у нее. Да, барнюшечка, с глазиком, скажи, беда у собачки. Один глазик, я не знаю, видит, не видит, но видит он нормальный. А второй прямо такое бельмо, и прям сильно видно, он уж голубой. Да. Солнышко прям светит, и так жарко, жарко, жарко. Лавандочка еще цветет, цветочки. Я говорю, красота, лепота. И береза красивая, высокая, высокая. А вот этот вот кедр или кто, он что-то пропадает, как будто, знаете, вот жара летом была, он весь вот такой потух, потух, потух. Какой-то весь. Я был до этого такой красивый, я всегда ходила им любовалась. И сейчас какой-то никакой вообще. Травка, правда, зеленая, классная. Шишечки на нем красивые. Но я набрала отсюда шишек от него. Там еще дальше такое есть. Но этот прямо жалко, он пропадает. Ведь ему много-много лет. Это же надо, чтобы он вырос столько лет, да? Да, барнюха? Пойдем, наверное, сюда. Не, мы туда не пойдем. Пойдем сюда. Пойдем. Барни. Тут
тоже такой стал. Тут если дождь, его фиг на улицу вытащишь. Он стоит, смотрит. Хитрый такой стал. Ага. Я все говорю, а как ты раньше жил? Будки в этой, как называется, дырявая, да. И что? И в однокомнатной квартире, и что с кошками? И там шибко-то не разгуляешься. Что дадут кушать, то и будешь кушать. Да, и куда поведу, туда и пойдешь. А здесь, смотри-ка, ему все на подносике, все ему. Это крапивка, смотрите, какая выросла. Прям шикарная. Все на подносике ему, все это. Одеваешь его, как ребенка. Боишься, чтобы он не замерз. Вот, ухаживаешь за ним. Еще одела дождевичок, представляете? А он, выхожу, дождь, конечно, лил, да? Лил, не скажу, что маленький. Он так посмотрел и упирается. А я его как на канате тяну, знаете, гулять. А он сзади меня, из-за меня прячется. Я его тяну, а он волоком, знаете, волоком прям. А он за меня прячется. Это ужас. Вот хитрюлька-то стал, а? А? Пойдем, ком. Ком-ком-ком. Только посмотрите, какая красота. Вот какая красота. Вот иду дожди, не скажу, что грязь там какая-то, да? Нету грязи. Но красиво. Очень красиво. Ходишь, любуешься. Конечно, не без этого там где-то это что-то. Но все равно хорошо. Да, Барнуш, скажи, мне нравится. Да. Очень красивая пора, осень. Красота, краски такие очень. Еще дальше будет, наверное, дальше уже все, наверное, будут. Потом, если снег пойдет, не знаю. Давай, вперед. Вперед, 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 ребенок мой. Ой, я спать хочу, у меня глаза закрываются, я не знаю. Прям хожу, как это, сонная муха. Такая, знаете, никакая. Вот сами знаете, когда ночь не поспишь, ты как больной весь, да, у тебя все болит. Вот у меня такая же ерунда. У меня все болит. Ну ладно. Сейчас кота увидела. Я не знаю, это тот кот, который больной был, или другой какой-то. А того так я его больше не видела. Я сколько хожу, нельзя. Нельзя. Это не он, наверное, другой. Тут был такой больной. Чуть-чуть, это ты, что ли? Нет, 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 не бойся, нет. Нет, это другой котик. Да, 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 он испугался, это другой, тут другой был. Не бойся, не бойся, мой хороший, не бойся. Хвостик поджал, нет, это другой котик. Ну, красивый тоже такой, знаете. Да, кись-кись-кись, ой, ты такой, ой, такой. Ой, какой красивый. Барни, найн, найн. Смотри, он тебя тоже боится. Ну-ка, перестань. Так. Телевизор выставил такой старый, да потопный, еще с трубками, с такими сзади. Ну да, куда его девать? Эти никому не надо. А кому надо? Сейчас уже другие совсем поколения телевизоров. Вот. Да, парнишка? Скажи, никому уже не надо. Ну ладно. Так по листве классно идти. Пойдем, пойдем. Сегодня не знаю, чем буду заниматься, но я никакая, наверное, ничем. Дай бог, чтобы мне покушать себе приготовить, не знаю, даже что буду готовить. Я тут тушила курочку, ну я не снимала, курочку тушила, потом рыбу доела свою, слава богу. Потом что я делала? Салат делала, кальраби с гранатом. Потом что еще? Кашу. Эту пшенку я варила. Очень вкусная. Тоже у меня там немножко еще ее есть. Я ее доем. Она как гарнир у меня. Ну, в общем, не знаю. Я, наверное, сегодня яичницу себе сделаю. А что я одна, да? Смотрите, как солнышко, как красиво. Красиво, красиво. Пойдем давай, чтобы я тебя волоком не тащила. Вот такие листья большие, классно так. Там опять шумно так. Я говорю, дом этот доделывают. И прям шумят без конца, как только выходишь.
Шум, гам, невозможно ничего с ним домой. Я вчера вот вечером гуляла и по этой дорожке, вот по этому переулочку шла домой. Но мне так было страшно, здесь так темно. Фонари-то там дальше горят, а вот здесь, да, именно вот здесь, да, тут темнота такая была. А я так и шла, боялась, мне было так страшно. Было очень страшно. Я вообще, знаете, боюсь темноты с детства. Я уже говорила, да? Боюсь темноты. Хоть дома, хоть на улице. Я боюсь этой темноты, бешено боюсь. Потому что я вот, я не знаю почему, но как мне вроде бабушка или мама говорила, что я вот напуганная с детства чем-то там, или темнотой, или чем. Или уже родилась такая. Короче, я не знаю. Я постоянно боюсь темноты. Я до сих пор при ночнике сплю. Понимаете, у меня ночник горит, такой слабый свет. Я сплю при нем, я не могу в полной темноте спать, я должна видеть. Представляете, такой вот у меня страх темноты. И вот каждый шорох, да, каждое что-то, я соскакиваю и сразу глаза открываю. Такое вот у меня, я не знаю, что это такое со мной, но у меня это с детства. Всегда я не могла спать, я всегда спала с бабушкой, с нами бабушка жила. Потом бабушки не стало, я... Долгое время с мамой спала, хотя у нас папа был, но мама со мной спала, я с ними спала. Так вот, будете смеяться, но это так было. Ну что там, травку кушаешь, да? И вот до сих пор у меня такой страх темноты, не знаю, это, наверное, с психикой что-то связано или с нервной системой, я не знаю, с чем это связано, но я боюсь. И ходить по темным улицам я боюсь. Тут же видите, как страшно все. Особенно ночью, вечером, да, темно. Вот, идешь и боишься. Я понимаю, что никто там, может, не тронет, но у меня фантазия такая дурная, что мне кажется, а вдруг сейчас вот кого-то я увижу, кто-то меня схватит. А на ночь мне вообще нельзя всякие вот такие фильмы смотреть. Я вот если в интернете вижу что-то такое, как там пишут, слабонервным не смотреть, там что-то такое показывают. Я даже вообще никогда не смотрю. Я даже боюсь такое смотреть. Даже днем боюсь, не то что на ночь. У меня, говорю, вот такое вот есть. Все, домой пойдем, нагулялись. Пойдем домой. Все, мы нагулялись. Все, ребята. Траву подстригли. Такая травка была хорошая. Я тут кошечкам рвала. И тут прям постоянно подстригают. Не дают ей отрасти. Знаете, постоянно. У нас тут хаус-мастер. Халё. Хаус-мастер. И он постоянно тут стригёт эту траву. Я говорю, хоть бы ей отрасти немножко. Барни Найн. Ком.